Слава тебе, Господи, что нет у немцев настоящего охотника-промысловика. А что? Да я вас давно чую. Кисет-то мой принесла? Ой, забыла. Миленький Федотов Графович, забыла. Да ладно уж, махорка имеется. Спасибо Сидору, мы не забыли. Кисет памятный. Жалко. Соня, куда ты? Я знаю, где он лежит. Стой. Сядь. Назад. Сядь. Сапоги надо будет заменить ей. Топают, потому как номер на два больше. Нам сейчас главное себя не обнаружить. Так что Сидора как следует уложить, чтобы не брякали. По всему, Лиза Бричкина до наших уже добралась. Как только мы подмогу на след наладим, я вас всех за скалы отведу. Это почему? Подальше, чтобы мат не слыхали. Без рукопашной тут не обойдется. Ничего, мы потерпим. Не встревай. Сейчас замаскируемся и будем вести наблюдение на все стороны. И чихать. И не кашлять. Потому чих далеко разносится. Кажись, Курвич крикнула. Нет, показалось. Коньякова за мной. Остальным ждать. Почему крикнуть успела? Удар у него на мужика был поставлен. Не дошел до сердца с первого раза. Погубил я тебя. Полежи тут, покуда, Сонечка. Некогда трясти, Скобрякова! Нельзя. Остальные сбегутся. Давай.
тебе. Повремляю. Законы человеческие. И тем самым сами вне всяких законов оказались. Может, ты полоснешься? Я понимаю. Тут привыкнуть надо. Душой зачерстветь. Здоровенные мужики и те, покуда совесть на новый лад не перекроишь. Наших сама найдешь? Ну, ступай к Соне, приходите. Туда, значит. Без истерик тут. Круглая отличница была. И в школе, и в университете. Да. Стихи читала. А главное, детишек могла бы нарожать. А у них бы внуков, и правнуков. И не оборвалась бы ниточка. А у них по этой ниточке ножом.